Всем привет, мои дорогие! Я вас очень-очень рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. Давненько, давно не было у меня на канале обзоров. Последний мой обзор был 11 июня, конечно же, этого года. Для меня это тоже, знаете, такой большой промежуток. Я уже как-то отвыкла и как-то неуверенно, наверное, поведу себя перед камерой. И последний мой обзор был «Любимый Василек». Сегодня хочу тоже показать свой небольшой заказ из интернет-магазина «Любимый Василек». Обожаю интернет-магазин «Любимый Василек» в конце. Но прежде хочу с вами немножко поболтать. Знаете, кто подписан на мой инстаграм, ну, некоторые части моей жизни знают, да? Хочу объяснить, почему я так пропала. Знаете, наверное, причин будет немало. Первое – это то, что я, знаете, ну, грустно мне как-то, знаете, без настроения. Почему? А потому что моего сына забрали в армию. Я выкладывала фотографию. Девочки некоторые видели, спасибо за поддержку, многие очень поддержали. Я как мама, и вы меня, милые мои дамы, поймете, да, те, кто мамы, сестры, бабушки, что для матери сын – это сын. Ну как это не беспокоиться? Конечно же, я буду целый этот год переживать. Беспокоиться. Я уже переживаю, я уже беспокоюсь. Я хочу, чтобы этот год, знаете, пролетел, прошел быстро. Я жду с нетерпением 27 июня 2022 года. 27 июня мы с семьей проводили нашего сына в армию. Он отправился эшелоном в Москву. 2:10 ночи. Были, знаете, тихие слезы. Мне кажется, я сделала правильно. Не надо показывать слез, чтобы сын тоже без грусти, без слез уверенно доехал. Аллаха шикр, слава Богу, по-вашему, да, на русском, доехал и уже 12-й день служит в армии. Мы уже в календаре крестиком уже чертим числа и считаем дни. Все мы ждем нашего сына. Он у меня 18 июня защитил диплом. Диплом я забирала сама, так как, получается, 18-го защитил, и 20-го его уже забрали в военкомат. Ну, как забрали? Он сам своими ногами поехал, да, получается, они в военной части там лежат несколько дней, потом приходит покупатель и забирают их, да, вот так получается. И как раз 25-го числа я забрала диплом своего сына. Так что и диплом его, и еще плюс диплома свидетельства о разряде для машиностроительного завода у него, его тоже ждут. Поэтому, знаете, я думаю, что многие меня поймут. Может, через месяц, через два как-то я начну привыкать. А так, знаете, мы всегда вместе. Мы были всегда, и, надеюсь, мы всегда будем вместе. Но вот такие, конечно же, ну, небольшие такие, ненадолго расставания, конечно же, будут, да, в будущем. И он может путешествовать, он и женится, конечно. А так до этого мы никогда не расставались. Мы всегда муж, я, сын, дочка всегда вместе. Всегда, везде вместе. Поэтому как-то вдвойне даже тяжелее. Он у меня и в детский лагерь не ходил, и, в общем, расставания у нас надолго не было. Поэтому очень тяжело, очень грустно, очень скучаю. Ну и дальше, 28 июня
Тоже, девочки, давайте обсудим. Обязательно пишите в комментариях. Я хочу сказать, что очень многих блогеров я смотрю, вот эта тема ковид, да, коронавируса, и кто делает прививку, и начинает писать в комментариях: вот, вам за это заплатили, вы там не делали никакие прививки. Я сейчас не агитирую, я не рекламирую. Мне сейчас никто не платил за рекламу. Добровольно, принудительно, тире, девочки. Я сделала первую прививку 28 июня. Следующая моя прививка будет 19 июля. Но получается не меньше 21 дня. Я могу даже 20-го, там 21 июля пойти, да. Но я буду в отпуске 16 июля. Наконец-то тоже отдохнем. Может, буду снимать. Девочки, может, я и не буду снимать. Думаю о том, что я, наверное, брошу свой канал. Я не буду закрывать, я не буду удалять свой канал, если будет какая-то тема. Даже возьмем любимый Василек. Если любимый Василек мне отправит еще на обзор, я с удовольствием возьму на обзор и с удовольствием буду еще снимать любимый Василек. Как насчет фикс-прайса, да? Здесь, мне кажется, тоже меня поддержат. Я уже, знаете, уже половину слов, что ли, на башкирском начала сувать. Извините меня за это, да, вот, потому что действительно уже будет месяц. Через 2 дня будет месяц, как я не снимала обзоры. И как-то неуверенно себя веду, наверное, да. Знаете, мне жалко на фикс-прайс тратить деньги. И в связи с тем, что была защита диплома, провожали сына в армию и дорогу ему денежки, и так на карту, и вот на телефон, потому что стараемся часто общаться. Ну, пока нет у меня возможности, нету пока у меня денег ходить в фикс-прайс. А теперь фикс-прайс ходить, это просто так 2000 выкладывать, чтобы купить то, что вот я посмотрю вокруг, и так у меня собралось хлама. Я думаю, наверное, уже пора перебирать и что-то уже выкидывать, может, кому-то отдать, кому необходимо это. Думаешь, и всего очень много. Фикс-прайс стал очень дорогим, очень дорогим. Самые такие интересные новинки, нужные, что, ну, цены уже намного дороже. 149, 199, 249, 299. Поэтому вот так вот. Ну, я думаю, что в этом месяце и в августе я сама соскучилась по фикс-прайсу, обязательно, думаю, схожу. На этот вопрос тоже я ответила. Насчет прививки, да, сейчас скажу, да, то об этом говоришь. Сейчас есть те, которые будут перематывать и пропустят что-то, и будут задавать вопросы. Поэтому такие, конечно же, болтологические темы лучше слушать. Быстренько расскажу. Значит, 28 июня сделала прививку. Я ходила с ночной смены. Мне так удобнее. Удобнее тем, что на следующий день у меня выходной, а нам выходные никто не дает, ни отгула, потому что работать некому. Я боялась, что, потому что у некоторых симптомы это температура, там в жар кого-то бросает или что-то еще другое, поэтому я испугалась, тоже пошла с ночной сменой. Но вот как будто я и не делала эту прививку. Единственное, знаете, на следующий день болело немножко плечо. Я делала вот на это плечо. Об этом сразу предупредил терапевт. Прежде чем делать прививку, мы были у терапевта. Они давление мерили. Вот, и сказала, какая рука рабочая, туда лучше не делать, потому что рука будет болеть. Да, вот 2 дня у меня болела рука. И вот чуть шишка, такое покраснение у меня вот здесь. Даже сейчас он у меня есть. Вот, а так у меня не было ни температуры, мне не было вообще неплохо. В общем, девочки, все нормально прошло, все нормально. Реакции была такая, вот даже я скажу вот сюда, мышцы, когда я даже сама себе делаю укол, я обязательно оставлю шишку, потому что попадаю в сосуды, да, ну это тоже неприятное ощущение, девочки. Так шишек у меня очень много. Очень много, даже некоторые тоже даже болят. Ну, вот такая реакция у меня была. Муж у меня тоже делал прививку.
У него чуть другая была реакция. Сказал, что у него тоже немножко болела рука, но у него не было покраснений. У него даже, знаете, вот даже точку я не нашла, куда делали укол. Вот такая малюсенькая, как комар укусил. Но у него уже восстанавливается. Он делал на следующий день, 29 июня, потому что я делала в железнодорожной поликлинике, а он по месту жительства, и на также работники УМПО тоже относятся по месту жительства, мы где совпадают, в общем, поликлиники, больница. У него нюх пропал и обоняние вкусовое. Сейчас вот говорит, что вроде чуть-чуть восстанавливается. Вот у него была такая реакция. Также сказали, что сына тоже будут вакцинировать. Наверное, будут после присяги. Куда деваться? Я знаю, что многие напишут. Сейчас, знаете, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграм зайдешь, обсуждают. Типа, ну, мы там бараны. Еще кто делал прививки, выносить себя на смерть, туда-сюда. А что делать, если говорят на работе, если вы не будете делать, что после 15 июля, там, я не знаю точное число, не будут пускать на работу, вы будете лежать дома за свой счет. У меня дочка еще дома. Хорошо, пока сын в армии, там все нормально, все кормит, хорошо кормит. Он сказал, что очень хорошо кормит. А кто будет кормить мою дочку? Меня, мужа. Кто будет оплачивать квартплату? Кто будет кормить нашу кошечку Нюшу? Кто будет платить кредиты? В общем, куда деваться? Вот так получилось добровольно, принудительно. Обязательно пишите в комментариях, сделали вы бы прививку? Сделали ли уже? Или не будете делать? Как сказать, да или нет. Вот. О чем еще хотела быстренько поговорить с вами? Ну, вроде пока все. Рассказала то, что было. Вот у меня была такая реакция. У нас уже не почти, именно где я работаю, железнодорожный вокзал, наверное, уже все работники сделали вакцину. Вакцина, если вас интересует, это спутник. В общем, посмотрим. Как-нибудь будет обзор после 19 июля. Расскажу, как я себя чувствую после второй прививки. И еще насчет присяги. Заказала уже. Я железнодорожник. Я могу до 18 лет дочери и себе бесплатный проезд. Да, ну там процент 13 потом берут в конце года. Там это мелочь. Заказала себе, называется это форма. Виртуальная форма сейчас онлайн. Вот. Купить билет Уфа-Москва туда-обратно с дочкой. Очень хочу на присягу. Но сын говорит, что, наверное, мама пока 50 на 50 из-за коронавируса, наверное, не пустит. И вообще, девочки, если честно, я очень боюсь. Я была где-то 7 лет тому назад на повышении квалификации в Москве. Я и до этого была. Вот. Уже все позабыла. Я очень боюсь. Я очень боюсь метро. Я очень боюсь, куда я пойду, как, что. Очень много вопросов. Боюсь, тем более с дочкой. Затеряемся, потеряемся. Не знает, куда сунуться. Я не знаю, девочки. Ну, очень, конечно, боязно. Да. Поэтому думаем насчет присяги тоже. Ну все, вот об этом я хотела с вами поговорить. А так у меня вот небольшая, девочки, посылка. И здесь у меня все новинки. У меня будет три платья новинки в стиле оверсайз. Посмотрите, заказала я все 50-го размера. Только брюки, сейчас я посмотрю, вроде 52-й размер. Также есть комплект для моей дочери. Три одинаковых платья оверсайз по 1250 рублей, вроде, если я не ошибаюсь. Я буду, конечно же, как всегда, буду писать, но у меня счет фактуры здесь. Ну, ошиблась на 2 рубля. 1252 рубля. Вот. Италия, бело-синий, красный и бежевый. 50-го размера они будут оверсайз. И сразу хочу сказать, например, не берите больше размер,
Они точно не маломерят. Знаете, я даже думаю, примерки покажу, может, надо было взять вообще 48 размер. Вот тогда было бы намного хорошо. Очень понравились мне платья по качеству. Знаете, они комфортные, удобные, очень приятные к телу. Но единственное, знаете, у меня, наверное, 50 на 50, буду ли я их носить на улице. Дочка сказала: мам, вообще тебе классно, круто. Но вот муж у меня, знаете, под вопросом с такими платьями, поэтому не знаю, да. И, кстати, эти платья я рекомендую беременным, очень хорошо будет. И, наверное, эти платья, знаете, кому подойдут? Очень таким, знаете, высоким. Бывают же, да, такие, ух, плотные, высокие такие, женщины, да, в теле, красавицы. Вот мне кажется, знаете, такие платья им вообще во подойдут. А у меня что, рост 160, конечно же, все покажу. Супер-пупер классные брюки новинки, девочки, рекомендую. Они разных цветов, я ссылки постараюсь найти. Также у меня сегодня будет, как называется, туника. Туника класснющая будет, тоже очень мне понравилась по качеству. И костюм для моей дочери. Платья очень-очень широкие. И знаете, что в этот раз меня очень-очень удивило? Это, оказывается, уже в Васильке есть свои ярлыки вот такие. Смотрите. Василек рулит. Молодец. Со временем в ногу идет. Молодцы, Василек, молодцы. 100% хлопок. Вот такое платье первое. К низу она шире, 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 шире. Смотрите. И вот такие вот пуговицы. Очень хорошие, отличные качества. Мне кажется, знаете, в жару. Кстати, вот я работаю на железнодорожном вокзале, и вот очень много людей через меня проходит, очень много я вижу пассажиров, да, и встречаю такие платья. Знаете, я еще встречаю такие платья с принтом из любимого Василька. Да, фасон таких любимого Васильке не бывает, но вот именно вот принты, вот эти, говорится, да, по-современному, рисунки именно как в любимом Васильке. Поэтому, знаете, я с удовольствием, вот сейчас, кстати, да, я поправилась. Поправилась я не просто так, и не из-за того, что я много жрала, да, кушала, ела. Многие, кто меня смотрит, знают, что шум в голове, он у меня и сейчас есть, но он не такой сильный. Я его, знаете, вот у меня с этой стороны, я его где-то вот далеко слышу. И поэтому спать еще ночью есть возможность, еще нормально. Знаете, подушкой вот так прикрываешься и спишь. А до этого же было у меня ужасное. Поэтому я прошла лечение. А у многих лекарств, как называется, побочные действия, побочный эффект – это вес. И, наверное, знаете, вот за 2 месяца, как я лечилась, апрель-май, я начала в марте, но там еще веса я не чувствовала, потому что у меня там одно лечение было, потом другое лечение. Где-то, наверное, 6-7 килограмм я набрала очень резко, очень резко. Сейчас мой вес 76 килограмм. Мечтаю, не обещаю, девочки, и сама себе не обещаю, и семье уже теперь не обещаю. Хочу на диету, но на эту белковую, знаете, не очень-то меня тянет. Сейчас у меня образ идет такой жизни, знаете, почти как ПП. Я считаю как бы калории, стараюсь, пока учусь, девочки. И получается, ну, поменьше порции. Какие-то даже вредности в этот колораж я могу включить, но маленькими порциями. Поэтому посмотрим, как, что будет. И еще такое же платье, девочки, ткани, они все одинаковые. Все одинаковые. У них просто, знаете, вот пуговицы идут по цвету платья. Здесь вот такие вот пуговицы. Тоже такой же ярлык, хлопок. Очень широкие платья, смотрите, широшейные платья,
Я все взяла. Я очень обрадовалась, девочки. Я обожаю макси. Правильно же, да, говорю? Макси платье я ношу длинное. Я ношу брюки или ношу очень длинные. Когда появились на сайте интернет-магазина «Любимый Василек» эти платья, мне они очень нравятся. Даже, знаете, вот сегодня вы напишите мне в комментариях обязательно, как вам эти платья. И еще вот такой вот красный. Здесь можно, знаете, вот до конца пристегнуть эти пуговицы. Можно чуть-чуть открыть. Вот. Вот такой вот. Здесь тоже по цвету платья идут такие вот красные пуговицы. Вот такое вот платье. Широкое-широкое. И еще брюки новинки. Брюки классные, но на мой рост 160 они длинные. Сегодня я вам покажу вот таких вот босоножках. Но в любом случае мне надо будет, тоже пишите в комментариях, укорачивать. Брюки. Вот взяла 52 размер, 946 рублей. Низ у меня всегда был широким, он всегда широкий. Классные брюки. Резинка пришита. Это, знаете, очень здорово. Это, если вам не нравится, можно убрать. Покажу вам, да, как пришито. И вот они, вот такие вот ярлычки на брюках. Смотрите. Здорово, да? Класс. Хлопок 80%, полиэстер 20%. 52 размер. Цвет брюк пурпурно-серый. Там разные цвета есть. Я взяла такой более-менее, знаете, на лето такой носибельный. На лето будет очень хорошо. Не тонкая и не толстая. У нас в июне было очень жарко, а вот сейчас, знаете, вечерком очень можно даже носить эти брюки. Вот. Плотные такие. Видите, они не так тянутся. Брючки широкие, чуть-чуть клёш. Примерки увидите. Главное, что резинка пришита. В общем, брюки отлично сидят, мне очень-очень понравились. И с этими брюками у меня в примерке будет туника, тоже новинка, свет синий, 50 размер, стоимость 516 рублей. Берите размер в размер. Брюки тоже берите размер в размер, они прям размер в размер идут, девочки. У меня, вы знаете, бедра широкие, низ у меня широкий, поэтому верх у меня иногда может быть даже 48, 50, а вот низ у меня 52. Это вот конкретно, конкретно. Масло, ткань. Я вам найду, ссылку оставлю. Я подпишу или, девочки, знаете, или оставлю ссылку. Ткань масла. Вот эти вот у меня туники были, да? Крой широкий, смотрите. Очень хорошо скрывает недостатки живота, бока. Смотрите, можно было спокойно брать 48 размер. Поэтому не берите на размер больше. И последнее для моей дочери. Это костюм, называется кис, трикотаж. Беру я на вырост. Пускай будет лучше на вырост. Размер на рост 158. Стоимость 602 рубля. Это тоже новинка. У меня сегодня все новинки. Вот такая вот класснющая футболка. Оверсайз. На Алие будет выглядеть. Посмотрите, какая милота. Такая белая. Очень-очень качественная. Вот. Очень качественная. Шито все классно. Классно. И в комплекте велосипедки, да, называются вот такие вот. Такие вот обтягивающие, утягивающие. Алие тоже очень все понравилось, качественно. Посмотрите, девочки, да, даже чуть-чуть может худеньким как-то, да, чуть-чуть может есть у ребенка лишний такой вес, бывает, да, в жизни разные. Посмотрите, как хорошо тянется. В общем, не пожалеете, они очень классно тянутся. Вообще, размер в размер.
потому что это 158 рост. Все сшито, аккуратно. Такой принт интересный. И на улицу можно с удовольствием носить. А теперь под какую-нибудь мелодию я вам сейчас покажу быстренько примерку. Ну и прежде чем покажу примерку, ссылка на интернет-магазин «Любимый Василек» будет в описании. Буду закреплять в комментариях. Также будет ссылка на Инстаграм, ВКонтакте «Любимый Василек». А если подписаться туда, да, именно там, вы увидите все новинки. Все новинки, потому что в самом интернет-магазине вы можете, знаете, это пропустить. Можете каждый день туда не заходить. А ВКонтакте и в Инстаграме будут появляться все новинки, как новости какие-то, да, как когда у вас друзья выкладывают какие-то фотографии, вы сразу видите, лайкаете, да, о, что-то новое. И в Инстаграме, ВКонтакте, любимом Васильке сразу появляются новинки, вы будете в курсе. И сразу у них есть ссылка на интернет-магазин. Вот. Также и вопросы им можно задавать тоже в директ. Все ссылки буду прикреплять в инфобоксе в описании и в комментариях. Оставайтесь, теперь будет примерка.
всем до новых встреч!